Комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей. Целый век прошел с тех пор, как в Беларуси был взят курс на социальное воспитание детей и подростков. С тех пор многое поменялось, но цели и задачи остаются неизменными. Это профилактическая работа с детьми и их родителями. По случаю столетия, со дня создания комиссии в гимназии номер 9 города Гродно состоялось торжественное собрание. Конечно же, задачи, которые стоят перед районом, они очень большие. Задачи, в первую очередь, как я уже говорила, занятость несовершеннолетних, и трудовая, и летняя занятость, и полезная занятость. Ну и, кроме всего этого, создать такие условия, чтобы у нас как можно меньше совершено было правонарушений. Здесь собрались те, под чьим руководством ведется профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде на территории Октябрьского района города Гродно. Работа по оздоровлению обстановки в неблагополучных семьях и защите прав и интересов детей на территории района ведется регулярно и при этом результативно. В определенный период времени у нас был всплеск, это 2 года назад, употребление спайсов. Эта проблема пошла на убыль. Я хочу сказать, что, например, на сегодняшний день в Октябрьском районе у нас вообще под наблюдением нет ни одного подростка, чтобы употреблял наркотические. Есть токсикоманические вещества, и это единицы. Вот. Избавились мы от такого чудненького вещества, как я говорю, это насвая. Главная забота членов комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы ни одна семья, ни один ребенок не оставался наедине со своими проблемами. На торжественном собрании были подведены итоги 2017 года и составлен алгоритм совместных действий на 2018 год.